среду в Мехико готовили огромный бутерброд длиной 58 метров. Он стал самым большим когда-либо сделанным в Латинской Америке. Этот сэндвич традиционно мексиканский, здесь его называют торта. Над созданием мегаторты трудится более 80 местных производителей этого продукта. Цель не только побить рекорд предыдущих лет и весело провести время, но также и увеличить популярность торта среди местного населения, чтобы оно отдавало предпочтение ей, а не импортному фастфуду. На этот бутерброд идут тысячи кусков хлеба. Салат, лук и помидоры смешивают с еще десятком ингредиентов, включая сотни литров майонеза, горчицы и острых соусов. Все секции 750-килограммовой торты имеют разные вкусы. Мы празднуем 10-ю годовщину мегаторты. Это семейный праздник. Это праздник, где люди могут породниться с замечательной мексиканской кухней. Это типично мексиканское мероприятие, и мы не хотим терять эту традицию. Длина сэндвича, приготовленного здесь впервые 10 лет назад, составляла 25 метров, то есть нынешний более чем в два раза длиннее. Ну а вокруг толпятся сотни желающих отведать мегаторту. Очень хорошо, замечательно. Хороший фестиваль. И хотя длина этого бутерброда не маленькая, до мировых рекордсменов ему все же еще далеко. Самый большой сэндвич, числящийся в книге рекордов Гиннесса, сделали в 2005 году в США. Его вес составил 2 тонны 467,5 килограммов, а самый длинный приготовили в 2011 в Ливане на целых 730 метров.